Я хочу вам показать фотографии, я вот съездил позавчера на Хаджибейский лиман. Уничтожено более 10 тысяч деревьев. Разрыли площадку, нигде не стоит ни одной таблички, что кто-то что-то собирается строить. Это Беляевский район. Уже вчера наезжали на меня из Беляевской администрации, жалуются на то, что я, значит, якобы говорю, что неправда. Вот она правда. Вот она правда. Беляевская райадминистрация не способна узнать, кто что здесь строит, собирается. Ну не бывает же так, уничтожить десятки тысяч деревьев, и ни в районе, ни в области не знают, что это за бандиты. Вы понимаете? Уничтожить десятки тысяч деревьев, ну это же полнейший беспредел. Беляевский район Алтайского, ни прокуратура, ни милиция, ни районная администрация, ни губернатор, оказывается, об этом не знают.